Всех приветствую на своем канале. Ребят, сегодня будем заниматься ремонтом вот такой бензопилы «Чемпион». Расскажу немножко со слов хозяина, что происходит с ней. На холодную заводится, как только нагреется, все, перестает, если заглушил, перестает заводиться. Вообще, пока не остынет. Потом в результате, говорит, и на холодную перестала заводиться. Все. Вот такая проблемка. Сейчас будем разбираться, смотреть. В первую очередь, что я предлагаю. Давайте проверим хотя бы искру на ней. Потому что обычно, ну, все устанавливают, сейчас покажу. Все устанавливают вот такого типа свечи, это не реклама. Вот за 100 рублей, да, вот подделка, скажем так. Почему? Потому что когда в магазине говорят, вот есть вот такие свечи за 100 рублей, и есть другие свечи за 300, я говорю, он дорого, я лучше куплю вот такую за 100 рублей. Ну, а потом начинается вот такого плана проблема, и уже не первый раз. Я не знаю, как где, но у нас в городе вот такие дешевые свечи, очень много стало свечей, которые именно с новья не работают. Вот. Проверить то, что искра на ней есть, понятное дело, при атмосферном давлении вы вот так вот выкручиваете свечу, ставите колпачок сюда и смотрите, искра как бы есть, да, но есть, существует специальный прибор, куда вкручивается свечка, нагоняется давление, и под давлением проверяется свеча, даже хоть новая, хоть бэушная. Так вот, половина свечей, даже вот я покупаю, ну не половина, но процентов 40, наверное, вот таких дешевых свечей под давлением сновья уже не работают. То есть искра то есть, то нету на них. Ну, приборы вы можете в любой автосервис заехать, в более-менее нормальном автосервисе есть такой прибор. Легко вам там беспроблемно проверить. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь происходит вообще. Есть искра, нету. Так, ребят, хочу вам сразу показать состояние этой свечки. Это говорит о том, что карбюратор неправильно работал. Посмотрите. Вот такая она черная, закопченная. Это не... Сейчас фокус что-то не... Это не переизбыток масла, а именно копоть. То есть сама свеча вот в таком, знаете, рыхлом, рыхлый черный налет. Это говорит о том, что работает неправильно карбюратор. А вот когда много масла, там немножко другая ситуация. Там нагар такой черный, он плотный нагар такой. Давайте посмотрим, что тут с искрой. Вот искра есть, но искра очень-очень хиленькая. Можно даже попробовать завести. А ну-ка. Кстати говоря, чё мучиться? Давайте сразу новую свечу поставим. Поставим новую свечу. Кстати говоря, ребят, если вы покупаете дешевые свечи, ну, вот такого плана, колпачочек проверяйте, видите, он тут не закручен нифига, обязательно вот этот. Иначе бывает такое, что соскакивает все это дело. Проверяем обязательно зазор вот здесь, 0,6-0,7 мм. Это обычный двухтактный мотор, поэтому зазор, вы не думаете, что с завода вам тут устанавливают зазор. Нет, никто его ставить не будет. Вот смотрите, щуп 0,6, он тут свободно пролетает. Поэтому обязательно проверяйте вот этот зазор. Процентах в 90 обычно никто этого не делает. Никто не проверяет этот зазорчик. Еще чуть-чуть. Ставят просто так. Свечу. Вот. Отлично. Она некоторое время работает. И потом все. Начинаются проблемы. То заводится плохо, то еще что-то. Ну, в общем, не пойми, что происходит. Всегда проверяйте зазор. Ну что. Погнали. Пробовать.
заводить, нагревать и смотреть, что происходит. Так, ну что, ребят, все видели сами, все работает, все прекрасно. Нагревал ее несколько раз, там работал ей, чурочки там пробовал, все нормально. Единственное, что цепочку надо будет подточить, но хозяин сказал, не надо ничего, у меня есть станок, я сам наточу. Почему? Потому что цепь туповатая, очень тяжело ей, как говорится, работать такой цепью. Ну, сами все видели, как она... В принципе, вот такой весь и ремонт. Вся проблема была в свечке зажигания. Вот и все. Поэтому, ребят, прежде чем, всегда всем говорю, прежде чем лезть куда-то в дебри, посмотрите вот внимательно то, что вот сверху, так сказать, находится. Свеча, фильтр, я не знаю, там вот эти вот все мелочи проверьте, а тогда уже копайте, лезьте глубже. Вот. Вот здесь вот проблема была, хотя человек говорит, я поставил новую свечку, поработал там, ну, буквально немножко. И все, и началось. Вот. В общем, поставил я ему тоже дешевую свечу. Дешевую скажу сразу, но она проверена на приборе под давлением. Как бы все нормально, искра стабильная, искра все есть. Будем надеяться, что будет работать. Почему? Потому что, ну, не готовы наши люди платить деньги за дорогие, хорошие запчасти, скажем так. У меня, во всяком случае, люди, которые приносят на ремонт, им говоришь, вот можно вот это подороже, но по качеству не взять, как бы проверенное уже производитель. Или можно подешевле, ну, как бы гарантии никакой нету. Сколько это отработает, будет ли оно вообще работать, или вы купите, и оно вообще сновья не будет работать. Ну, как бы, вот такие вот дела. Все, ребят, всем спасибо, что меня смотрите. До новых встреч.